Ну, это последний праздник с друзьями, с одноклассниками. Кто-то хочет остаться в родном городе, а кто-то хочет покорять новые вершины. Скажем, последняя точка в школе. А потом уже как бы старт в взрослую жизнь. Все это выпускной, прощальный, может быть, даже чуть грустный праздник, признаются вчерашние школьники. Напряженную пару экзаменов сменил не менее ответственный период – выбор наряда на бал. Он уже на носу, поэтому и ностальгические разговоры о школе проходят рядом с разодетыми манекенами и примерочными. Определиться с нарядом особенно сложно девушкам, но каждая уже представляет свое идеальное платье. Юбка-пачка и расшитый верх. Нежный, персиковый, чтобы оно было как бы немножко приталено, и чтобы там был элемент кружев. Это в последнее время очень модно. Кроме кружева, в моде и прозрачные вставки. А вот рюши или слишком откровенные декольте в этом году не в тренде. Стилисты со страниц модных журналов и интернет-сайтов дружно заявляют, главная черта выпускного платья этим летом – сдержанность. В этом сезоне модно как и спокойные оттенки, однотонные, то есть женственные модели, также и с ярким принтом. Тоже свободная модель, она скрывает как и недостатки, и женственные модели приталенные платья. В тренде и классика, например, такое платье, как это, в полоску и с воротником. Молодым людям стилисты рекомендуют выбирать костюмы всех оттенков синего или коричневого цвета. А девушкам в погоне за идеальным платьем нужно не забыть подумать и о прическе. Они тоже должны быть максимально простые, говорят парикмахеры. Это объемные локоны, кудри или пучки с несложными плетениями. Живые цветы, какие-то украшения. Украшения сейчас много делают своими руками. Бисерные. Что это такое? Бисеры, бусины могут быть использованы при составлении букетов учителям. Цветы – еще одна важная составляющая этого праздника. Пользовать цветерей можно добавить. И пусть он будет немножко и полевой, и более цветы будут и кустовые розочки, и хризантемы, и можно добавить, например, и пионы. В цветочную композицию могут войти и фрукты, и даже мох. Предпочтительны яркие букеты желто-розовые для женщин или насыщенно-синие для учителей мужчин. В этом сезоне можно дарить цветы и, что называется, охапкой и в коробке. Это может быть и такой простой букет в мятой упаковке. На его составление потрачено меньше 10 минут, а вот на поиск идеальных нарядов у наших героев ушло гораздо больше времени. Но ребята смеются, что значат эти часы в сравнении с 11 годами, итог которых подводит выпускной. Евгения Кашинцева, Евгений Тюнев, Новости Вологды.